Хорошая рыба, да? Угу. Тут хорошая рыба. Ой. Сизи. Она не такая большая. Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Мазуренко, и вы на моем канале Need for Carp. И сегодня у нас опять рыбалочка, и думаю, будет не менее интересно, чем прошлое видео, вы видели там, где ловил трофеев. Хочу сегодня половить и на классические карфишинг монтажи, и на флетфидерные. Приехали мы на озеро Слобода. В прошлом году тоже я тут очень круто отрыбачился уже в закрытие сезона. И поэтому думаю, что ранней весной нам тоже удастся тут поймать карпа. Ну что, собираем наши снасти, покажу вам еще новинки этого сезона. И будем ловить. Ребята, сегодня я буду ловить при помощи своего корабля, но в этом году я его немного проапгрейдил и установил на него эхолот вот такой. Что я понял, что без эхолота как бы корабли хорошо, но эхолот очень нужная вещь. Тут наше будет стационарное место. Эхолотик мы упал в воду, вот так поставим. И будем обследовать акваторию. Ребята, по карповым удилищам. Это новинка этого года от компании CarPro. Кратус Эва. Я вам показывал спот, я себе такой взял. По споду вообще никаких вопросов не было. Очень классная палка бюджетная. То есть Кратус серия — это бюджет. Поэтому я... взял, видите, новые, я их еще не распаковывал. Но дизайн у них потрясающий. Чем-то напоминает удилище от легендарной компании Спомб. Те спомбы, которыми мы кормимся, все оригинальные, у них есть удилище еще специально, только не рабочие, а для кормления и маркирения. Я вам сейчас покажу. Смотрите, вот такая вставочка с карбонового волокна. Палки я взял себе 12 футов, 3,5 лб рабочие. Палочка очень прикольная, легкая. То есть посмотрим сегодня, как она будет бросать и как она будет справляться с рыбой.
Ребята, по фидерным удилищам буду использовать все те же свои рампейджи. Уж больно они мне нравятся. Очень классные бланки. Как они себя ведут на рыбе. Поэтому я, где есть возможность, стараюсь всегда применять. Тут бросать далеко нам не нужно. Потому что будем возить кораблем. Если бы нужно было бросать подальше, я бы взял риверфидер. Но будем сегодня получать удовольствие от эстетического вида наших удилищ и от того, как они справляются с рыбой на вываживании. Ребята, по катушкам на фидерное удилище будем ставить наши все те же старые Шимано Ультегры. А на карповое новиночку этого сезона Эскол. Очень классные катушки. Я с ними отрыбачил на прошлой рыбалке, вы видели. Прекрасно справляется на рыбе. Очень плавный ход. Мне понравились. Реально классная штука. Друзья, снаряжаю свои карповые удилища. Смотрите, буду использовать вот такие готовые монтажи. Тут в упаковочке идет как раз две штучки. Это скользяк, инлайн, ранрик. Вот уже идет связанный полностью. Вы только одеваете поводочек и груз. Такая вот темка. Берем груз. Продеваем его. Вот видите, таким образом он тут стопорится. Кембрик. Тут крепим петля в петлю. Все. Сюда мы зацепим, смотрите, снимаем кембрик, цепляем поводочек и наш монтаж готов. Ребята, по насадке все так же продолжаем катать битурбо белочан и мультиколор белочан. Сейчас сделаем наши поводочки, оденем попапчики, бойлики и будем начинать. Попчик наш подрежем. Ребята, крючки под попапы буду использовать крэнк, 8 номер. Карпро, потом покажу вам пачку, как он выглядит. Так, и еще смотрите, какая фишка. У меня вот такие стопора, видите? Более-менее они подходят под цвет. А, вот тут уже вырванный есть. У меня тут целый беспорядок такой поводочный. Сейчас буду тут тоже время будет. Наведу чуть порядки. Угу. Видите, тут такие зелененькие вот стопора есть. У меня уже поводочек связанный. Кстати, один из моих топовых секретов, вам делюсь, том, что я подрезаю даже по папчике 8 номера и делаю вот такую маленькую
кукурузку. В прошлом видео вы видели, каких монстров я ловил на этот монтаж. Вот таким образом. Ловить мы будем, как всегда, на метод микс. Но, смотрите, у меня остался с прошлой рыбалки. Вы говорите, что если остался с прошлой рыбалки? Ничего, просто закрываете плотненько крышкой. Если есть возможность, ставите в холодильник. Потом приезжайте на рыбалку. Вот так смачиваете руку в воде. И перемешиваете все. Видите? Все, он опять лепится и готов к работе. И вот так вот экономия. Ну, Стас, зачем выбрасывать? Я ловлю так. По корму, ребята, я в прошлом видео вам показывал. Это суточный набор белощан. Я уже вот его приготовил. Долго вам не это сварил. Коноплю дома. Вот засыпал, перемешал. Там идет килограмм одного вида пельца, килограмм другого и полкило амина пелец. Получается 2,5 килограмма пелеца. Полкило конопли сухой, ее нужно варить, и килограмм пылящих бойлов. Можно резать, можно целыми понемногу добавлять. И получается вот такой чудесный корм, который на прошлой рыбалке, я его впервые использовал, принес нам кучу крупной рыбы. Первый заряжаем наш битурбо. Открываем. Вот и все, любовь. Теперь засыпаем наш корм. Так, стартовый закорм мы закинем. Нормально корма. Друзья, не знаю, знаете вы, не знаете, но на классические монтажи, я имею в виду классический карфишинг, вот мы приготовили несколько, на попапы нужно ловить только со стиком. Для того, чтобы ваша насадка была презентована, вот у меня есть навязанный, вот с пельцем белочан стикмикс. Я сейчас эти использую и потом навяжу еще свеженьких новых. Вот есть классненький такой, плотный. Я вязал в прошлом году. Вот такое походное ведерко у меня. Сетки запасные. Вот сама система.
Сейчас будем тоже вязать стики. Вот таким образом, друзья, это выглядит. Стики с нашими крючочками. Легко монтируется на монтаж. Оп, поклевка. Раз. Открываем кембриком. Вот так вот. Вот наш готовый монтаж, который сейчас отправится и будет ждать рыбку. Ну что, друзья, наконец я забросился. Не прошло и несколько часов. Все равно 4 удилища, это 4 удилища. Пока все собрал, пока оснастил, пока стики, пока пелец, пока корм. И время идет, палатка и все остальное. Но удочки с нас снастями, удочки на помосте, снасти в воде, ждем рыбу. Перезабрасывать. Я приготовил поводки со стиками. Смотрите, есть вот такая штука. Флюородип. Сейчас попробуем привлечь рыбку такой штучкой. Прям наш поводочек с насадкой. Обмакиваем. И вот такую вкусняшку будем сейчас забрасывать. А во время вечернего кормления все катаем дальше набор для холодной воды белочан. Три вида пелица, конопля, ликвид и бойл. Сейчас берем перец наш, всыпаем все три вида в ведро. Далее ликвид,
Выливаем весь ликвид. Далее набираем полную баночку воды. Там пропорция 1:1. Выливаем и все перемешиваем. Вмешиваем вот так наш перец и оставляем на час для того, чтобы перец полностью напитался ликвидом с водой. Потом засыпаем коноплю и сейчас подрежем бойлов и будем кормиться. Друзья, пока тишина полная, я тут по максимуму экспериментирую, уже и новый пелец замешал. Думаю, может тот выдохся чуть-чуть, пробую уже. И то, и это. Насадку там сейчас я вам покажу, ночную подготовил тоже. Мы его поймаем все равно, заставим поймать, клюнуть. Так, конопля готова, пелец наш настоялся уже. Сейчас будем кормить на ночь. Супер. Друзья, покормим пелец. Завезем еще по кораблю на каждую точку. Потом бойл вот так. И коноплю отдельно, для того, чтобы она не высыхала. Я сварил. Будем вот так вот подсыпать конопли по чуть-чуть. Вот так, вот таким образом. И все. Слышно? Да. Капец. Да, это была поклевка ночью и лопнул поводок. Не знаю, то ли он на бракушку перетерся. Такого прям супер сопротивления не было. Это же палка. Угу.
Друзья, спали сладким сном. Не такие куча снов снилось, каких-то непонятных. Тебе шапка зашла. Да? Да. Отлично. О. Видите, та же палка уехала. Хорошая рыба, да? Угу. Сильно. Такое доброе утро у нас. Часов 5, да, наверное? Да не, нету. Светает. 4. Я посмотрю. Ты прав, ровно 5. Ну, 3 часа после заброса. Там 10+. Там рыба 10+. Вот уже недалеко. Пошел под эту леску. Тут хорошая рыба. Паровоз, ты ж видел, был? Я засняла его даже. И в палатке, и тут, да? Угу, с вылета с палатки, да. Полный. Я видел, да, что ты бежала, снимала. Рыба не сдается вообще ни капельки. Просто не сдается. О, уже что-то лидер пошел. Уже недалеко. Давай поднимайся. Братан, братишка, доброе утро. О, вот и он. И там монстр. Самое тяжелое в этой ситуации, вот, теперь полегче. Когда уже в удочке и кольца, ну, в кольцах и леска, и шок-лидер на узлу. Вот это самое тяжелое вылаживание. Не поднимается вообще, не могу понять. Он уже недалеко, он уже прямо тут, возле леска. Угу. Вон пошли волны. Не хочет подниматься вообще. Подтягивать. Вообще, он прямо тут, я не могу поднять его. Прямо тут, я не могу его поднять. Смотри, что делать. Так, очень хорошая рыба. В берег идет. Такая большая, как дурная.
Десяточка. Это же огромный подсак. Сазан дурной, блин. Такого сазана, конечно, таскать. Он жирный, ты видишь, как... Угу. Жирнющий. Синяя ехала. Угу. Да, там синяя показывала. Да, он горит там. Угу. Нету? Нет, вот едет. Стрель, это зацепил. Да нет, в другой стороне это прицело. В этот желтый, сигнализатор, блин. Вот, смотри, мы с тобой с просонью, блин, вообще. Давай. Рыба. А тут рыба, да? Да, блин, с просонью не могу понять. Ну вот теперь встанем. Все, сход или что? Что, друзья, доброе утро. Вы все видели, ночью было две поклевки, один досадный сход, ну и одну рыбку, где-то килограмм 10 мы поймали. Сазан такой вообще очень хороший бой дал, и все две рыбы были пойманы, две поймы, одна поймана, одна оборвала поводок на белочан битурбо, вот такие, с желтеньким. Сейчас вот связал еще один поводочек с утра и буду менять попапчики вот на такие поводки с битурбо для того, чтобы повысить шанс. Но а пока ждем перезаброса, мы решили позавтракать, водичка наша закипела уже, мы вчера просто поужинали и разжигатели. Это есть вот такие завтраки у нас. Это все та же фирма Поршень, которую я вам показывал в прошлом видео. Вот такой завтрак. Сюда входит каша пшеничная с мясом курицы, печенье, чай, салфетка, руки вытереть и сахар. Мы
мы сейчас позавтракаем и будем вам показывать рыбу, которую мы поймали ночью. А, палочка, видишь, которая... Ложная тревога. Всю ночь горела, врубай. Хороший, жирный. Друзья, наш ночной красавчик. Сейчас будем выпускать его. Надеюсь, мы еще несколько таких рыб поймаем до завершения сессии нашей. Но рыба очень бойкая. Вы видите, она такая сазанистая, длинная. Скорее всего, что это местный карп. Поэтому бой дал очень достойный. Друзья, ну что, наша рыбалочка подходит к концу. И я обещал вам показать, как бросают эти палки. Но так как мы возили кораблем всю рыбалку, я сейчас достал удилище и покажу вам. Смотрите, груз 85 грамм. Клипса у нас стоит 130 метров. Это крайняя четвертая точка наша. Удилище, которое возил, 130 метров. Я сейчас брошу и покажу вам, получится у меня или нет в клипсу бросить. Клипсы, ребята, можно было и дальше. Вот, пожалуйста, видно. Можем снять клипсу, бросить максимально, а потом кораблем отъехать до клипсы и посмотрим, сколько метров точно. Сейчас я сброшу клипсу. Ну что, друзья, бросаем, ставим клипсу и потом кораблем отъедем, посмотрим, сколько метров у нас получится. Привет.
150. 149. Ну там, да? Отъехал туда. Вот клипса. Он меняет, потому что я уже его подтянул назад леской. Ну, 149-150 метров. Такие вот дела. Это не напрягаясь, груз 85 грамм. Так что бюджетная палочка тоже может бросать довольно-таки прилично. Ну, друзья, наша рыбалочка подошла к концу. Такая она, какая есть. Я вам показываю всегда всю правду. Три поклевки было, две результативных. Один сход досадный, не выдержал поводок. Я использовал 15 ЛБ, ну для этой поры как бы это нормально. Но он не выдержал. Обычно использую летом сезон 25 ЛБ. 15 ЛБовый поводок не выдержал. Одну рыбку мы взяли, около 10 килограмм. Это тоже за сутки. Я считаю, это вообще отличный результат, что за сутки поймать хорошего трофейного карпа — это редкость и это удача. Она всегда сопутствует мне, но в этот раз почему-то улыбнулась только одной рыбой. И немного грешу на то, что неправильно выбрал место. Все-таки потеплело, мы поймали карпа, и он в слизи. То есть, ну, яма вообще в противоположной стороне. И я так понимаю, что он уже с ямы вышел и пошел вверх водоема на мель. И нужно было все-таки занимать мель. Я посчитал, что он еще будет крутиться тут на глубине. Но здесь рыбы не было. Я эхолотом потом плавал, сотрел вот на точке, там, где мы вот поймали две рыбы с одной точки. Вот там она и крутилась. Это крайняя точка к мели. Там мы взяли рыбу. Ну вот так. Рыбалкой, в принципе, тоже доволен. Супер настроение. Погода еще такая переменчивая, но пойдет. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До новых встреч!